Ну, эта девушка проживает чужую жизнь. Парень – это классическая отговорка мужчины, который не собирается уходить из семьи. Ждет подходящего момента. Давай, сейчас ребенок вырастет, потом у ребенка кризис, потом у ребенка там возраст какой-то наступает, подростковый, нельзя уходить. А потом уже и вы ему будете неинтересны. И ждать подходящего момента, когда ради вас человек будет крушить целых два мира под названием мир собственного ребенка и мир собственной жены, законный. Глупо рассчитывать на то, что у вас будет счастливый брак, потому что однажды наступит подходящий момент, когда будут бросать вас. Потому что если вы будете участницей разрушения чужого мира, чужого счастья, чужой жизни, обязательно вы будете заложницей этого же горя. Что посеешь, то и пожнешь. Я советую перестать верить в иллюзию и оставить, во-первых, этого человека, какое-то время исцелиться от этого, от всего, потому что это все равно причинило вам боль. Вы потеряли столько лет, веря в иллюзию, живя в стрессе постоянно. И, может быть, милость Божья будет над вами, и вы встретите своего человека, которого не придется делить ни с кем.